Как и у многих других компаний, наши возможности по управлению и защите ПК зависят от способности консоли управления связываться с программными агентами на этих ПК. В прошлом у нас были проблемы, когда эти агенты удалялись пользователями или отключались вредоносными программами для получения несанкционированного доступа к ПК. Сейчас с компьютерами на базе процессоров Intel Core vPro второго поколения эта проблема стала значительно менее серьезной. Этим мы благодарны тому, что в наших ноутбуках и настольных ПК используются аппаратные средства проверки наличия агентов, благодаря которым мы всегда знаем, что агенты запущены и выполняют свою работу. Если агент не прошел проверку, на мою консоль может быть отправлено оповещение, которое я запрограммировал, после чего автоматически запустится повторная установка агента, что обеспечит защиту и надлежащее управление ПК. Это похоже на то, как если бы вы поставили внутрь каждого компьютера охранника. Это помогает повысить уровень защиты предприятия и сократить число чрезвычайных ситуаций, отнимающих продуктивное время работы.